Главное предложение только сегодняшнего дня, у которого нет аналогов в мире. Это патенты Евросоюза, это медицинское изделие и шапка Artrade, которая сегодня является совершенным бестселлером. Мы хотим исцелить, мы хотим помочь каждой нашей телезрительнице и подарить здоровье. Тем более сейчас весна, когда период обострения, когда каждый звонок, инсульты. Мы хотим помочь вам. Наш телеканал Шоп-н-Шоу. Сегодня вместе с нами наша волшебница, арт-терапевт, психолог. Сегодня вместе с нами человек, который сам пережил онкологию и знает, как помочь вам, Светлана Крисько. Светланочка, здравствуйте. Мы вас очень долго ждали. Скажите, пожалуйста, вот шапка Artrade, главное предложение дня. Для кого и за счет чего помогают микросферы? Так вот, шапка, в ней находятся микросферы, стеклянные шарики пустые внутри. Ваш мозг – это источник, особенно глаза. Ученые говорят, что они выделяют столько энергии, что нужно зажечь 3 миллиона свечей. То есть представьте, что этот аппарат, он приемный аппарат для мыслительных процессов, которые идут из Вселенной, из космоса. Здесь мысли нет. Здесь всего лишь клавиатура, которая должна работать идеально для того, чтобы происходил вот этот прием. Откуда у одних меньше способностей, у других больше способностей. Все зависит от того, как он устроен. Так вот, когда сделали в этой вот шапке «Вы начнете спать», ваши мозговые извилины расправятся, станут пухлыми, идеальными. Как у меня. Я делала томограмму мозга, мне сказали, что с таким мозгом только рождаются, потому что мозг как у грудного ребенка, а дальше он у нас засыхает. Так вот, вот эта шапка полностью восстанавливает весь ваш мозг. Никакой старческой болезни даже не может быть речи. И если у вас у нас уже есть травмы какие-то черепа, например, вы в автомобиле разбились, или вы боксер, или еще что-то такое, ко мне приходит абсолютное восстановление, даже инвалидность не могут им дать, так восстановились и кости, и состав мозга. Если у вас был инсульт, то обязательно эта шапка рассасываются гематомы, которые остаются и делают, нарушают вашу речь, нарушают вашу мимику. Вот в этой шапке все полностью. У меня было нарушено, микро был инсульт, правая часть лица. Посмотрите сейчас на меня, у меня никаких последствий абсолютно этого. Так вот, это изделие вас спасет от головных болей, от потери зрения, возвращается даже слух. Возвращается зрение, спасет от кариеса, потому что прекращается кариес. Вот. Ну, естественно, начинают улучшаться овации лица, косметический эффект совершенно необыкновенный. То есть вы возвращаетесь в молодость. Потом здесь щитовидка, щитовидная железа. Вот эта штука, это шея, шейный остеохондроз. Вот если у вас горбик такой, вдовий горб его называют, он полностью рассасывается. Ко мне приходит женщина, говорит, Свет, у меня нет этого горбика. То есть это просто уникальная вещь. Просто спите или сидите за компьютером в этом, и вы будете вечно молодыми. Вечно молодыми, да. И самое главное, молодые, здоровые, счастливые. Ведь недаром, да, бренд Artrade и главный эксперт бренда Artrade Светлана Крисько у нас в прямом эфире помогает, верят, а самое главное, доверяют. И мы действительно дарим вот это счастье быть здоровыми. Вы видите сейчас в моих руках евросертификат, да и патента медицинское изделие. Поэтому доверяйте. Сейчас очень многие импортные лекарства уходят, да, понятно почему, с производства уходят из России, люди в панике, что делать, как себе помогать. Помогать себе именно микросферами, потому что у них нет противопоказаний, потому что это срок службы действия на всю жизнь, еще вы будете передавать из поколения в поколение. Да. Ну и, конечно, самое главное, сегодня цена 3999 рублей для тех, кто верит, для тех, кто хочет быть здоровым, чтобы дети, внуки радовались и приехали к вам летом, и вы с ними вместе гуляли. Основная проблема. Я смотрела вчера ночью, уже готовилась к эфиру. Вы знаете, очень много телезрительниц, Светлана, когда вас нет, пишут в социальных сетях, помогите, инсульты. У кого? У внука 35 лет, хоккеист. У кого муж, у кого, да, сами телезрительницы, речь нарушена, сложности. И вот как себе помочь? Господи, это моя самая любимая тема, потому что я прочитала статью, ради этого я вот это все делаю. Когда я прочитала статью, что, оказывается, во всем мире умирает свыше 80% людей от сердечно-сосудистых заболеваний. Это инсульты
инфаркты. Представьте себе, 80 лишних, а все остальное, все войны, несчастные случаи, все остальные, это оставшиеся проценты. Это даже невозможно себе представить. Так вот, это средство – абсолютное спасение от этих заболеваний. То есть у меня, вы даже представить себе не можете, сколько людей спасены от этих заболеваний. Приходили ко мне еле живые, значит, рассказывали о парализованных родителях, которые абсолютно восстанавливаются, лежа уже несколько лет парализованными. Что такое вообще инсульт? Это у вас произошло кровотечение, да, естественно, там остались остатки крови запекшиеся, они давят на определенные участки мозга. И получается, вот, они отмирают. У вас там засорены сосуды, да, и все это отмирает. Так вот, что делают микросферы? Вы увидите это внешне. Если бы у вас гематома, вы положили на час, сняли, у вас следа не останется от гематомы и шишки. Но то же самое происходит и внутри. Понимаете, это гематома только внутри. Например, у меня капот упал мне на голову, я случайно там штырь ударила. Вы даже представить не можете, какой был экстремальный эксперимент. Я еду в Белоруссию, я вот наливаю эту жидкость, мне бьет капот, я под капотом теряю сознание, я вылажу из-под этого капота, у меня ужас в голове, я не могу вам передать. То есть у меня явно сотрясение мозга, у меня шапка. Я сажусь за руль, внучка выходит, я ничего ей не говорю, просто одеваю шапку, они уже привыкли, что я как сумасшедшая в этих изделиях вечно. Я одеваю эту шапку, и мы едем. Я еду, ничего не рассказываю, в голове что-то трещит, щелкает в шею, потому что капот ударил, естественно, мозг у меня осел, и позвоночник было. Это через 7 часов, когда я приехала в Беларусь, я подхожу к зеркалу, у меня ни синяка под глазами, ничего, даже метки нет, об этом есть. А рука, куда попал, я не заметила. Рука была синючно-зелено-красная, где я не заметила, что у меня гематома. Светлана, у нас вопросы, есть ли противопоказания? Никаких противопоказаний, никаких. Это ваше собственное тепло, которое отражается, служит всю жизнь и подается по наследству. Если у вас внешнее что-то случилось, шейте сами чехол сверху, и все, у вас опять новые изделия. Да, именно поэтому вы сегодня выбираете всю продукцию бренда Artrade. Мы не знаем, когда будут следующие эфиры. Пока у нас хорошие цены, выбирайте. Самое главное, будьте здоровы. Шапка бренда Artrade. Только сегодня главное предложение дня по уникальности.